Привет, друзья! Рад видеть вас на канале GG. Мы продолжаем проходить Катану Зеро, и нас ждет офигительный... А, ну да, давай продолжим. Это был еще не конец все-таки? Да, да, какой-то новый абсолютно геймплей на мотоциклах. Вау! Вам нахуй! Вам нахуй! О, а, так это можно было взять. А что это? О! Ага, но стреляют они не особо. Это не страшно. О, блядь! Топором меня срубил. Ага, тут есть чекпоинты хотя бы. Хорошо. Пошел нахер, пошел нахер. У меня еще бутылка есть на всякий случай. Так, еще бутылка. Пошел нахуй. Блин, круто. Я, честно говоря, не думал, что тут будет какой-нибудь особенный геймплей. О, стой на! Это что такое? А, ёб твою мать. Тут еще есть преграды, которые прям, ну, не стоит в них вырезаться. Вау, вау, вау. Хрена ты творишь? Так, хорошо. Минус один, минус два. Сейчас стрельнет, сука. Ага, там... Оу! Оу, 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 оу. Да чё ты, в смысле? Блять. О! Сука. Сам въебался. Так, этого трогать и не надо даже. Отлично. Хорошо, хорошо, хорошо. Поехали. О, вот автоматчики опасные. Хорошо. Так, на верхних. На верхних что-то есть. Ага. Ты ж въебешься, нет? Ебись, ну! Так, хорошо. Блять, это автоматчики опасные. Окей. Это он! Воу, воу, воу! Так, а я прыгать не могу. Оу! Оу! Ага! Блять, два босс-файта подряд? Блять, какая жара! Давай, вылезай, сука! Ага, ага, я понял, в этот момент я не могу ничего сделать. Мне надо стрелять только когда этот ублюдок появляется. Отлично. Фу, блядь, какая жара. Так, нет, 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 в этот момент. Можно, наверное, отбить, но, блин, слишком рискованно. Давай. На нахуй. Три раза уже было, да? А, вертолетику-то уже не очень хорошо. Хорошо. Не-не-не-не-не, ладно. Я думаю, последний раз осталось. Бам нахуй! Ты живой, блядь! Тебе конец, Ви. Он сказал мне уёбок. Ты чё думаешь, что меня... Для меня это впервые? Я вас, нулей, пидорасов, 6 штук завалил. Думаешь, я творог подзалупный? Нулей? Думаешь, мне пиздец? Нихуя подобного. Теперь снег тебя не спасет. Знаешь, 1-0 в меня 7 ебучих пуль всадил. А потом я его нашел и сломал, как ебучую сигарету. Не в этот раз. Как сигарету, блядь. Думаешь, ты крутой дохуя, змей? А я тогда медоед. Он не змей. Что?
Я смею. Сложно тебя найти. У меня есть пара вопросов. Он ему обе руки отрубил нахуй. Сегодня утром ты пропустил встречу. Я включил новости и сразу понял почему. На шоссе догорает вертолет. Подобная резня совершенно неприемлема. Завтра мы это обсудим. Иди сразу домой и подготовься к следующему заданию. Домой мы не пошли. Похоже, день у нас выдался так себе. Чего желаете? Синюю слизь, яблотини со льдом, вишневое пойло. Синюю слизь, пожалуйста. Две. Нам бы еще сраных полгода, блять. Мы бы этим пидорасам глаз на жопу натянули. Сраные унтерменши. Нихуя драться не умеют. Схуя бы они победили. Хули надо. Я сам армеец. Тарик, ты только погляди. Полумесяц доблести. Ага, конечно. Где ты его взял? В ломбарде на пятой? Молодежь пошла. Блять, да это моя медаль. В третьем районе живут только наркоманы и ветераны. И ты на армейца не тянешь. Сколько завалил? Меня ранили, я не помню. Хороший ответ, мне нравится. Ну ты сказочный. Война 7 лет назад была. Ты еще тетьку мамашку. Мамкину. Сосал, пока мы в джунглях дохли. Да я ж говорю, бля, мы бы победили, если б не эти хиппи злоебучие из первого. Обнылись нахуй, детишек убиваем. Да нахуй, нахуй унтеров, ебал я их дохлых выблетков. Пизду их. Да. А, вот это я понимаю. Давай угощу тебя, малой. Ваше здоровье. Оу. А, второй там музыку включает. Так нас ненавид... Нас так ненавидели, бля. Я-то думал, нас как героев встретят. Думал, на год вперед натрахаюсь. Да это все эти, псайкеры. Или как их там? Секретный правительственный отряд. Их в пробирках выращивают, чтобы... Дед, тебе там теориями заговора... Дед там тебе теориями заговора мозг трахает? Не слушай ты этого пердуна. Знаешь про наркотик, который правительство создало? Хронос? Да. А, да я хрен его знает, как называется. Короче, были такие, типа, отряды смертников. Уберзольдатен. Народ тысячами косили. Могли в одно рыло деревню вырезать. Их вроде как-то какой-то дурью накачивали, чтобы они могли будущее видеть. Или типа мысли читать, или еще что. У меня кореш видел одного. Сел в карты играть и все время выигрывал. Будто знал, у кого какая рука. Про карты небось треплется. Завали, Рэй. Короче, это я все к тому, что там была какая-то мистика низкого сорта. И дай они драться нормальным солдатам, хрен знает, может мы и выиграли бы. Знаешь... Я за 7 лет ни с одним гражданским так и не говорил. Врешь ты плохо, но человек хороший. Ну чего, твое здоровье. Мне очень жаль, но мы уже закрываемся. Ваш счет уже оплачен, пора идти. Нехило. Деваха, вот это совсем не вовремя тут. Дверь. Внутри дверь. Папа, чего? Чего ты мелешь? Беги домой, ладно? Я тебя не понимаю.
Я тебя не понимаю. Помоги. Теракт, произошедший на шоссе в первом районе, оборвал жизни 34 человек, а нас просто вырубило нахуй. Так, осталось 3 дня. Мы вернулись в какой-никакой порядочек. Ну-ка. Девчуля. Ты на меня больше не злишься? Чего бы мне на тебя злиться? Я... Прости, я вчера вечером тебя помочь попросила. Ты даже слушать не стал. Я думала, ты на меня разозлился. Я был вчера немножко не в себе. А? Папины друзья приходили. Мне идти особо некуда, так что мы с бегемотом под лестницей спрятались. Это я... Я вчера весь день не ела ничего. Сейчас сообразим что-нибудь. Серьезно? Давай поглядим, что есть. Да. Хорошо. Ну, холодильник явно, да? Но там же только рыбья голова. Что это? Вы нашли протеиновую пасту. Ну как? У меня только протеиновая паста есть. Фу, извини. Ну, голод не тетка. Мне надо будет уйти, но ты можешь здесь заночевать. Да. Да. Хорошо, удачного дня тебе. Чао. Поехали. А ну сел, живо. Он недоволен. Ты какого хуя учудил вчера, а? Тебе что сказали? Аль-Хатима убить или полгорода разъебать нахуй? А теперь на федеральной трассе валяется 20 раздолбанных мотоциклов и злоебучий вертолет. Ты чего? Ты чем вообще думал, уебок? Имя Ви тебе о чем-нибудь говорит, сука? Ви? Что еще за Ви? Ну, буква такая есть, блять, в латинице. Что за хуйня? Что ты несешь вообще? А вся деликатность нашей деятельности. Ты вообще в курсе, что наша миссия требует полной конфиденциальности? Я что-то явно пропустил, мужик. Ты что, решил пропиариться за чужой счет? Потому что ты взял, блядь, и повесил на свой ебучий лоб ебучую неоновую вывеску. Глядите, какой я. И наше начальство обратило на это внимание. Будь, блядь... Хреново выглядишь, братиш. Сидишь, небось, и думаешь, как бы поскорее уколоться. А он без руки. Ну, у тебя у самого видок так себе. А, ты про руки? Согласен, полный пиздец. Ну да, я тоже хреново выгляжу, наверное. Говёный день. Не то, что я прошел, не то, через что прошел я. Но то, через что прошел я, даже близко не валялось с тем, что ждет тебя. А ты и не в курсе даже, да? Про ломку. Ты о чем? Господи, ты реально не в курсе, а? Уёбок тупой. Все, проплыли. Так все и кончится. Когда наркотик выветрится, ты будешь агонизировать целую вечность. Время остановится, и ты окажешься в ловушке в собственной башке, и вокруг тебя твои худшие кошмары. Будешь умолять, чтобы тебе дали сдохнуть, но смерть не придет. Бля. Тех же соседей твоих взять. Для нас они мертвы, но помнишь, я их упорол. У себя в голове они все еще живы, и их мучения никогда не закончатся. Упорол он их этим Хроносом как раз. Вечные муки, и никто никогда не услышит твоих воплей. Слушай, а давай я покажу... Так, есть доза. Папку не забудь по дороге. И давай, блядь, без раздолбайства сегодня. Змей. Так я еще и не змей. Я бы даже счел это прозвище забавным, если бы твоя безответственность не поставила под угрозу и наши жизни, и всю проделанную нами работу. Я не змей, мужик. О, прости за то, что так быстро кидаюсь к выводам. Ну, конечно, ты не имеешь решительно никакого отношения к резкому скачку убийств в третьем районе. Это все какой-то другой змей. Кое-кого я и правда не трогал. Я видел змея. Что? Когда?
на шоссе после Аль-Хасима. Это очень неожиданно. Кто он? Нечеловечески быстрый мечник. Вроде как мстит за что-то. Ты, видимо, удивлен. Один человек подходит под описание. Он тебе что-то сказал? Только то, что он змей. Вот как. Замечательно. Очень хорошо. Не очень, мне кажется. У меня были другие планы, но... Да, я хочу, чтобы ты выследил этого человека и убил его. Нельзя позволить ему принести еще больше проблем. Кто он? Постоянный источник головной боли. Еще больше, чем я полагал. Считай, что оказываешь обществу услугу. Ты идешь по очень тонкому лезвию бритвы. Провал недопустим. Если впредь твоя работа будет хотя бы чуточку не идеальной, мы тебя заменим. Пошел вон отсюда. Хотел бы я его нахуй послать, но, бля, было интересно, что он договорит. Даже не суйся сюда. Блять, у него там что-то есть. У него там, сука, что-то есть. Какой-нибудь запас Хроноса, блять, или еще чего-то. Вот сука. Змей, вопросительный знак. Цель особо опасна и связана с убийствами нескольких высокопоставленных чиновников. Последний раз замечена в казино в Чайнатауне. Пойдем посмотрим, что за змей такой. Значит, я не змей, а кто я? Эй, мужик, прикольный косплей. Это же Шинджу, да? У меня племянница фанатеет от EXL Sakura Redox 2. А почему народу нет? Да тут всегда так. Мне вообще кажется, что тут тупо бабки отмывают. Постоянно какие-то мутные чуваки в вип-зону заходят. Только я ничего не говорил, если что. Что за игра? Двухцветная рулетка. Красная и черная. 50 на 50, пятикратный выигрыш. Что думаешь? Может, позже? Увидимся, мужик. Так, мне сюда? Только для випов. Я вип-персона. Да ты что, показывай фишки, Шинджу. Ну вот, у меня 2000. 2000. Думаешь, я большая тупая горилла и считать не умею, да? А я очень быстро считаю, и у тебя тут нет сотен. Так, ну, или ты подвинешься, или я тебя подвину, бро. Слушай, мужик, меня не просто так называют великой билловой стеной. Я тебя не пущу, пока не увижу 100 кэсов в фишках. 100 кэсов? 100 тысяч? Дай взятку. Так не пойдет. Меня не просто так зовут. Неподкупным Марком. Бля, так ты ж бил. С чего ты взял? Забудь. Иди играй лучше. Вернешься, как деньжат подкопишь. Я понял. Так, у нас есть назад и есть сохранить. Давайте сохраним. И попробуем поиграть. Так, ну что, готов играть? На удачу, все на черное. Принято, кручу-верчу, запутать хочу. Черное, ого, отлично идет, чувак. Так, погоди, давай отойдем. Увидимся. И сохраним. А вот теперь погнали. Так, еще раз на черное. Принято, кручу-верчу, запутать хочу. Нихуя, блять. А ведь почти угадал, возможно, не стоило сразу все ставить. Ничего, в другой раз повезет. Так, а мы сейчас откатимся. А, блядь, насколько ты откатился-то? Алло. А, надо было держать, чтобы и сохраниться, и... Понятно. Так, первое было черное. Отлично. Так, еще раз. Эксельсиор, красная или черная? Красная. Принято, кручу-верчу. 50 тысяч. Красная, ого, леди Фортуна на твоей стороне, а?
Давай посмотрим, насколько она на моей стороне. Я думаю... Красная еще раз. Давай, давай. Красная, игрок поверился седой ночи. И она отправила его, оправдала его доверие. Мои фишки уходят победителю, фишек больше нет. Вот, пожалуйста, 99 999 фишек. Ну, блядь, ну это не 10, это не 100 тысяч. Мужик, бля, показать фишки. Вообще, тут только 99 999. Но не зря же меня называют толерантным Лени. Сука, теперь он толерантный Лени. Но откуда русский узнал про нуль? Русский злой Николай. Русский идиот. Но вот его работодатель нет. И он изо всех сил пытается вернуть Хронос. Так, вот это змей. Поэтому я и здесь. Я так близко, я это чувствую. Но мне нужна твоя помощь. Теперь мы сможем отомстить. Война уже 7 лет как закончилась. Я слишком устала, чтобы кому-то мстить. И теперь, когда Аль-Хасим мертв, Хронос... У меня мало времени. Она тоже, значит, подсела на Хронос. За то, что они отобрали наши жизни, превратили нас в чудовищ, заставили нас сражаться на их войне и выкинули нас, когда мы стали не нужны. У нас мало времени, но я так близко. Я хочу кое-что тебе показать. Уходи, я разберусь. Хорошо. Змей спокойненько, вальяжненько свалил. Кем бы ты ни был, зря ты сюда пришел. Уф. Всё? А? Какого хрена? Ты же мертв. Это еще не конец. Добыта запись с тюремных камер. О! Сдавайся, ты окружен. В смысле? Окей, окей, так пойдет. Поехали, ладно. Негоже заканчивать эпизод без геймплея, поэтому поехали. Так, у него щит. Это небольшая проблема. Так, а что? Ёбаный рот, и как вы мне прикажете их убивать? Ой, бля. Так, отлично, но там сзади остался уёбок. Да, сука, так хорошо все шло, надо было вернуться за ним. А, Итак, как же нам тут поступить, а? Подняться выше я, к сожалению, не могу. Отлично. Отлично! Это сработает. Вам нахуй. Ха-ха. Ой, блин, ну, конечно, становится все сложнее. О, ты чё? Ты что за хуйня? Хорошо. Бро, давай, ну бля. Ой, нахуй. Хорошо. О! Блять, я аж старт нажал. Да ты сука! Дубль 2. Так, сначала вот этого, потом этого. Отлично. Ой-ой-ой. Бля, они так... Ебать, они рассредоточились, нахуй. Хорошо. Так, там тоже больше никого нет. Оп. А тут даже двери не было. Хорошо.
Там бегут, 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 суки. Хорошо, хорошо, хорошо. Могло получиться почти плохо, но в итоге нормально. Хорошо! Ой, блядь. Конкретики никакой, но лейтенант говорит, что цель — мечник в халате. Как думаешь, это змей? Раньше я бы сказал, что да. Может и он. Своими руками задушу, за силача Терри. Вы что, все заодно, суки? Земля тебе пухом, Терри. Надеюсь, в Иисусе и качалке тебе лучше. Пацаны. Хорошо, хорошо. Это почти могло быть плохо, но в итоге стало хорошо. Так, а что тут у нас? Хорошо. Ай, блядь, нихуя их там. Да, ебаный дрон. Так, так, тут есть дымовуха. Ее по-любому надо использовать. На нахуй. Фу! Ладно, это было прикольно. Погоди, а что, они меня не видят? Бля, сейчас дрон увидит нахуй. Хорошо. Они все смотрят туда. Фу! Да сука! Отлично. Иди сюда. Молодец. Опа. Отлично. А, кто, копы, блядь? Вот это внезапно было. Так, окей. Что происходит? Это облава, блядь! Oh, блядь, shit. А хули их так Here много? Пиздец это участок, блядь. Пиздец участок, нахуй. Нахуй! У-у-у! Блядь. Хорошо, поехали. Блядь. Сука. А-а-а! Сука! Сука! У! Ладно, ладно, живем, блядь. Хорошо, есть дымовая шашка. Нахуй пошел. Так. И что? Ха-ха-ха-ха-ха! Прям на машину приземлился, сука! О, нет, нахуй! А в смысле? Ты окружен, на колени. Руки так, чтобы я их видел. Сейчас же, ну! Луна золотая землю озарила улыбкой у своей. Пришла пора багряного крещения. Какого хуя? А ну назад! Провозгласили звезды твой конец. Так выжми сердце своего, сок жизни. Ты на их святой алтарь. Пиздец, они глаголят, конечно. Ты о чем? А че, 3 дня прошли разве? Уже не слышал ты пророчества, мой друг? Не далее, чем 3 ночи назад его я передал. Так выбери серебряную смерть или золотую жизнь. Да, выбирать нужно. А че, 3 ночи прошло, серьезно? Ответа ожидает сей алтарь. Коль злато выберешь, спрячь в ножны меч, затем переродись. Коль ближе серебро, смелее его кровью обогри. Жизнь или смерть? Вот так выбор выборится, а? Не хотел бы я очутиться на твоем месте? Я должен умереть здесь? Я не могу умереть. От этой смерти не сбежать тебе, мой славный друг.
Все реальнее некуда. Твой Хронос почти выветрился, так что если ты решишь сдохнуть, ты сдохнешь по-настоящему. Зато остальные будут жить. Взять хотя бы этих ебучих копов. Или, например, твою мелкую подружку и хе-хе. Блин. Зачем мне выбирать смерть? Ой, ну я даже не знаю. Может, потому что ты хочешь? Второго шанса может и не быть. Ведь после твоей смерти время обычно откатывается обратно. Может, потому что ты делаешь выбор не только за себя? Может, ты делаешь его за кого-то еще? Всякое ведь бывает. Хе-хе-хе-хе. А при чем тут девочка? Ой, да ни при чем. Забудь, я уверен, что ты выберешь жизнь. Ведь у тебя столько дел осталось. Ты о чем? Помнишь, мы на днях обсуждали какой-то там важный выбор? Тоси-боси. А вот и он, жизнь или смерть. Выбирай. Выбери жизнь, и эти чуваки умрут. А ты пойдешь домой, выбери смерть, и как бы, ну, ты понял. Ты выберешь не только за себя, ведь смерти маску надевая, жнецом становишься. И он... О, и наоборот, тот, кто маску жизни... В маске жизни близким сердцу сможешь сохранить. Ага. Но почему так? Потому что так велят звезды. Или, может, не надо было влезать во всю эту свистопляску с барыгами? Или, может, не надо было столько человек убивать? Или, может, нам просто охуеть как скучно? Скорее, третий вариант. Мне, например, сейчас пиздец как весело. Ну так чего, хочешь жить или умереть? Ну, наверное, я готов выбрать. Так что же выберешь? Метущееся сердце. Так, ребятки, ну мы же не заканчиваем на это прохождение, правда? Вы же не хотите, чтобы я выбрал «Я хочу умереть»? Я понимаю, что мы не на стриме, но я читаю, я могу прочесть ваши мысли. Я хочу жить. Так хочешь ты? Конец отринуть, в серебряную маску смерти облачась. Готов ли ты к последствиям, мой друг? Кто смертью стал, ее же примет. Да. О, это будет весело. Да, будет. Да будет так. Ты выбрал серебро и тем отбросил мир спокойной смерти. Но знай, решение твое падет на остальных. Прощай, метущееся сердце. Вау. Вау, они просто их всех перегасили. Пиздец. Ты даже не представляешь, сколько ниточек мне пришлось потянуть, сколько телефонов мне пришлось оборвать, чтобы СМИ не пронюхали про твою выходку. Отряд специального назначения мертв. И ради чего? Просто, сука, блять, так. Я отказываюсь терпеть твои постоянные провалы и неконтролируемое поведение. Тебя ждут очень серьезные последствия. Фух, привет. С возвращением. Как раз с этих слов мы и начнем следующий эпизод, друзья. Он длинный получился, насыщенный, ну, бля, ну, вот так вот. Я надеюсь, вам понравится. А если вам понравился этот эпизод, как раз-таки я про него, да, вроде как и говорю, тыкайте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии обязательно, и увидимся совсем скоро в следующем прохождении Катана Зеро. Пока!